14 листопада будуть відзначати Всесвітній день боротьби з діабетом. І саме сьогодні ми вирішили про це поговорити, щоб ви вже були якось проінформовані, готові і знали все ж таки, що є такий день, треба переглянути стан свого здоров'я і все ж таки покращити його. І вже 100 років пройшло з дня відкриття першої ін'єкції іншуліну проти якраз діабету. І хочеться сказати, що ми запросили сьогодні не просто лікаря, а заслуженого лікаря України. У нас сьогодні в гостях Ніфонтова Лариса, лікар-ендокринолог. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, нам, що таке діабет? Ну, диабет – это такое заболевание, которое связано с дефицитом гормона инсулина. Это единственный гормон в организме, который регулирует обмен углеводов, то есть регулирует уровень сахара в крови. Ну и диабет, конечно же, бывает, раз мы уже заговорили о первой инъекции инсулина, о создании инсулина 100 лет назад, то мы будем говорить, что диабет бывает разный. Он бывает, ну, основные типы. Первый тип, когда человек вообще не может жить без инсулина, когда бета-клеточки, они находятся в поджелудочной железе, полностью поражены и не вырабатывают инсулин, и человеческая жизнь только зависит от инъекции инсулина. И диабет второго типа. Диабет второго типа, инсулин есть, но он не работает. Вот это уже более интересно, потому что если взять весь диабет, а всего в мире 422 миллиона людей, болеющих диабетом, ну, давайте посчитаем, 7,5 миллиардов, 422 миллиона, это где-то цифра приближается 7% населения земного шара имеют диабет. И вот если говорить о диабете, то 90% – это диабет второго типа, и только 10% – это диабет первого типа, который зависит от инъекции инсулина. Но вот этот диабет второго типа, если, коль мы говорим, я остановлюсь, почему именно 14 ноября и Всемирный день борьбы с диабетом, всемирный, потому что действительно у нас каждый день какие-то праздники, день учителя, день шахтера, день торговых работников, но это действительно, да, знаете, заслуженно, каждую специальность хочется поприветствовать, да, отметить, да. Вот, но это Всемирный день борьбы с диабетом, потому что диабет растет. На сегодня мы говорим, что это эпидемия, пандемия неинфекционная. А почему? 21 век, что? Неправильное питание, темпы жизни, несмотря на рост технического прогресса, и понятно, что растут технологии, высокие технологии, а человеку все меньше и меньше приходится, все автоматизировано, гиподинамия, низкая физическая активность, ожирение, которое является первым предвестником развития диабета второго типа. Один из самых... Люди, которые имеют проблемы с ожирением... Да, потенциальный диабет второго типа, потенциальный, вот, потому что вы знаете, американцы, у которых высокие технологии, там уже вес 140, 180, 200, за 200, это большая проблема. Это у них государственная проблема, это у них даже не только, ну, как скажем, правительственная, государственная, социально-медицинская. И у них идут большие деньги на образовательные, на занятия с людьми с ожирением, на лечение пациентов, потому что ожирение тоже уже признано хроническим рецидивирующим заболеванием. Если раньше мы считали состояние ожирения, ну, сегодня я толстый, завтра я похудею, там, за месяц-два 10 килограмм, и я буду здоровым и худым. Нет, это ожирение так просто не отпускает. Это хронически рецидивирующее заболевание. Только человек начинает худеть, и правильный образ жизни, метаболизм, то есть обмен веществ, быстренько снижается, меньше тратит всю энергию на все остальное, и ждет, очень хитро и долго ждет, когда же человек плюнет на то, что он не быстро похудел, ему надоест, и он опять начнет набирать вес. Потому что жировая ткань, которая образуется, она живет сама по себе, как раковая опухоль. Она там вырабатывает токсины, она выжидает, она вырабатывает свои гормоны. И поэтому это все очень интересно. И мы, говоря о диабете второго типа, конечно же, говорим и об ожирении тоже. Ну и, кстати, почему же 14 ноября Всемирный день? Ведь 14 ноября – это день рождения канадского ученого Фредерика Бантинга, потому что ровно 100 лет назад, в 21 году, был создан первый инсулин канадскими учеными, медиками-физиологами Фредерик Бантинг и Чарльз
Best, они создали первый инсулин. То есть они его добыли из поджелудочной железы крупного рогатого скота. И тогда нужно было сколько этого крупного рогатого скота во имя того, чтобы создать вот эту вот натуральную эту жидкость, буро-коричневую жидкость, для того, чтобы сделать первую инъекцию инсулина. А до этого люди просто погибали. Ну, до года они, около длительности жизни могла длиться, ну, там, около года, чуть больше. А еще, кстати, сказать, что о диабете уже знали в средние века. И вот древнегреческий, да, в средние века жил ученый Аретеус, который первый описал симптомы диабета и назвал их сахарное мочеизнурение. Потому что первые признаки диабета – жажда, частое мочеизнурение и, главное, слабость, апатия, депрессия. И вот он тогда заметил, что ж такое. То есть человек вроде был здоровым, а потом он часто начал часто мочиться. И что тогда могли пробовать на вкус мочу? Она была сладкой. И понимали, что с сахаром, с мочой уходят какие-то жизненные силы. То есть уходит сахар, уходит, а углеводы – это самый главный источник энергии. Вот все, что мы не ели, мы белки, жиры – это понятный материал для построения функции организма. Это белковый белок, без которого мы жить не можем. Но они, естественно, более, ну, как бы, тугоплавки, менее калорийные. Почему же мы и говорим, да, если мы сажаем, ну, рекомендуем диету, мы говорим, что исключить углеводы, особенно там сахар, быстрые углеводы, легко усвояемые. Вот. И углеводы – это действительно основной источник энергии. И вот тогда уже ученый Аретеус, он уже увидел, что с выходом сахара человек теряет жизненные силы и погибает. И вот в 2021 году была сделана инъекция, уже в январе 2022 года первая инъекция инсулина, созданного учеными, и Томпсону, такому пациенту, ему 14 лет было, и знаете, сколько он весил? 14 лет, 7 килограмм, 6,8 килограмм. Да, он был гипотрофичный, истощенный, нельзя было на него смотреть, выпавшие волосы, ну, естественно, все эти изменения организма, большой-большой живот, и он уже как бы не двигался, потому что силы его покинули. И вот была сделана первая инъекция, она ему дала возможность дальше прожить, и он уже через 2 месяца весил 14 килограмм. Конечно же, он недолго прожил с первой инъекцией. Ну, случайно, 57 килограмм, он потерял, да, 14. Да, даже. Очень трудно восстановить, естественно, обмен веществ полностью, но вот это вот уже был первый шаг. То есть мы сегодня говорим 100 лет, 100, дорога длиной 100 лет, которая подарила людям спасение. Ну, ось дивіться, ви сказали, що взагалі, тобто цукровий діабет, ось коли те, що ви сказали, що це було все, що спускання, виходить поживні, якісь необхідні моменти з організму. Ну, тобто, цукровий діабет, на що він ще впливає? Чим, тобто, він небезпечний, окрім цього слова? Да, конечно. Ну, это мы говорим там, где вот развивается вот так, как я этого мальчика привела в пример. Это, конечно, первый тип диабета, когда абсолютно погибли клеточки, инсулина в организме нет. И это называется, ну, как бы инсулинзависимый диабет или диабет первого типа. Вот, их 10%, не так много. А кто страдает? А в основном-то это дети, подростки, молодые люди. Ну, до 40-45 лет, потому что... На каком веке уже может появиться их? Ноль. Это уже в несколько месяцев, с 2-3 месяцев уже у новорожденных может появиться диабет первого типа, к сожалению. И сейчас участились случаи до года, до 2, до 3. Понимаете, вот интересно тут сказать, конечно, в принципе, наследственная предрасположенность. Но чем дольше я работаю, уже почти 38 лет, тем больше я замечаю, что никого в наследственности нет. Хотя, говорят, все-таки признано учеными и исследованиями, что где-то генетически какой-то диабет, может, второго типа, может, диабет, о котором не знали. Все-таки есть генетическая предрасположенность, потом снижение иммунитета. Вот мы говорим, переохлаждение, стрессы, нервы. Ну, понимаете, хоть смешная фраза, все болезни от нервов, но есть и нервные стрессы. Надо защитить обязательно организм, попринимать какие-то травы, успокоиться, теплую ванну, кому что, кому нужна вода, кому нужен свежий воздух, кому на лыжи, кому побежать в парке. Вот, обязательно, потому что это все иммунная система. Как только пошел спад иммунной системы, триггеры, которые запускают, какие-то инфекционные агенты. Коронавирус, пожалуйста, сколько выявлено сейчас период коронавируса? Ведь все, кто не знал ничего, лечат же дексаметазоном, это контринсулярный гормон. Мы говорим, инсулин – единственный гормон, который регулирует этот углеводный обмен, ну, поддерживает сахар в крови. А все, в основном, остальные гормоны контринсулярные, то есть они направлены на повышение сахара, кортизол, гормоны стресса и прочее. И вот получается, что если дефицит этого гормона, то, естественно, вот проявляются, вот как вы говорите,
жажда. Да. Я от хочу уточнити, просто якраз сказали про ковід і про діабет. Да. Була інформація у 2020 році, якраз в січні стаття, да, що ковід впливає якраз на виникнення потім вже діабет. Да. Ну, не обов'язково першого типу, він виявляє і діабет второго типу, тому що, вот, чому говорять, тяжело переводять люди тучні, з ожиренням, смертність, летальність вище, ніж у людей. Хоча зараз вже говорять і молоді, і практично молоді, здорові люди. Там, якщо є проблеми серцево-судинного захворювання, да, то тоді так. Совершенно верно, ви праві. І от тоді і маніфестують діабет второго типу. Вот. А для першого типу, от ці агенти, кишечні інфекції, ротавірус у діток, где-то перенес, нічого, опять пішов в садик. Потім родители смотрять, я сама, ну, как говорится, в таком шоке, потому что уже как бы 21 век, 100 лет инсулину. Мы знаем хорошо о диабете. Везде мы все говорим, что проверить сахар крови, если у ребенка слабость, жажда, мочеиспускание. И все равно, вы знаете, приходят дети. Вот сейчас опять был на той неделе ребеночек до 2 лет. Они с лета не обращали внимания, то лето, осень, немножко чаще стал пить. Ну, он у нас любит пить. Мы раньше рано там соску эту убрали и от груди. Вот он любит пить, ночью пил. Мы, ну, как бы не обращают внимания. И ребенок в реанимацию поступает уже с сахаром 17-20, а норма до 5,5. То есть все равно происходит поздняя диагностика. Ну, они как-то не думают о диабете, и все. Дивіться, добре. Ось да, момент. Якщо так, такий вже був випадок, да, не помічали, які є симптоми, що нас може підштовхнути до того, що треба повернути увагу до дитини і до себе. Вот вы знаете, самые простые вещи. Если вы заметили, что ребенок просит пить, вот он берет чашку из стола, просит ночью, ночью встает в туалет, чего раньше не было. Тяжелый памперс, да, вот родитель говорит, что, что это за памперс такой тяжелый, то есть ребенок всю ночь писал. Вот эти вот худеет, сразу потеря веса. То есть одевают штаны ребенку, они висят, говорят, дай поводочек, ремешок, да, для того, чтобы поддержать эти, завязать потуже. Или там двое поддевают что-то, потому что похудел. Как только ваш ребенок похудел, стал капризным, не слушаться, не хочу гулять, отказываться там и от еды, от прогулок на свежем воздухе, ну, проверить сахар крови. Вы знаете, все что угодно. Ой, ковид, а кто у вас болеет? Ну, сейчас у нас, понятно, всеобщая настороженность. А что он перенес недавно? Какой у него стул? И знаете, хорошее обследование проходит. Ну, практически, если, конечно, в клинику поступают, то вообще ничего не стоит. Ну, никаких денег не стоит проверить сахар крови, глюкометр в эти. Капнул глюкометр 40 секунд и даже меньше, по-моему, 45 секунд, и сахар уже 15 секунд, и сахар в крови. Да? И вот вовремя, чем раньше определить, конечно, тем легче потом справляться, ну и понимать, потому что потом, когда уже сахар 15-20, запах ацетона, потому что если, ведь в чем суть инсулина, да? Инсулин, он просто, он как он регулирует уровень сахара в крови? Он просто углеводы, все углеводы расщепляются до уровня глюкозы, отправляет их в клетку. Знаете, как вот дровник забрасывает дрова в клетку, они там сгорают, дают энергию. Точно то же самое инсулин. Он переводит глюкозу в клетку, она там сгорает, расщепляется на воду H2O и CO2. Уже мы все учили элементы химии. H2O и CO2 и дает каждой клеточке энергию. А здесь, если инсулина нет, глюкоза в крови собирается, ребенку хочется пить, глюкоза с мочой уходит, тянет за собой воду. Это источник энергии, нет сил для жизни, да, жизнеспособность падает, и человек слабеет, а мочеизнурение, потому что концентрированная моча, человек пьет, естественно, учащается мочеиспускание. Вот и весь, в принципе, очень простой механизм. Ну, это для первого типа диабета. А второй тип, когда ковид, да, потому что вводят дексаметазон для того, чтобы есть протокол контринсулярный, да. Да, иногда, вы знаете, потом еще можно, когда обязательно, во-первых, эндокринологи курируют, вызывают, везде во всех клиниках консультируют эндокринологи. А во-вторых, иногда, когда все успешно, ковид закончился, то можно еще выйти из этого состояния, но уже обратить внимание, что диабет второго типа есть, уже надо это принять и начинать терять вес, начинать делать правильные вещи, правильное питание, потому что здесь в лечении, вы знаете, 90% зависит от семьи, от самого человека, потому что это для второго типа правильный образ жизни. Похудеть, нормальний вес і питання. У мене виникає запитання. Якщо діабет, я знаю, що не можна цукру, чим можна його замінити, які, можливо, фрукти є, можливо, якісь добавки або замінники?
Ну, вот мы сейчас говорим действительно много очень о здоровом питании, о правильном, и говорим о низкокалорийном питании для людей с диабетом. Во-первых, это способствует потере веса, а во-вторых, мы говорим, легко усвояемые нельзя. Действительно, сахар нельзя. Фрукты можно, ну, не виноград, желательно, виноград, дыня. Это чистая же глюкоза, фруктоза, ага. Понимаете? Угу. Вот. Можно цитрусовый, апельсин, мандарин. Просто это надо все посчитать, сколько они калорий дают, ну, и в зависимости от диабета, на инсулине, не на инсулине, может быть, эти калории приурочить к основным приемам пищи, завтрак, обед, ужин. Ну, и вообще говорить о нормальном питании, правильном питании, трехразовом. Сейчас говорят от интервальном голодании, да, завтрак, потому что вот во втором типе, то есть идет выброс инсулина, обед, потом инсулин уже на низком уровне, да, то есть как физиологично у здорового человека. Обед, уровень инсулина для того, чтобы утилизировать вот эти попавшие углеводы, и ужин. А если человек все время подъедает, и вот каву вы пьете, да, кофе тоже. Если просто кофе, это 0 калорий, а если вы кофе с молоком, это уже углеводная бомба, да, потому это что высококалорийный такие. Продукт. Да, ну, ваш вес, может быть, и позволяет, знаете, пока молодые и здоровые, и, в принципе, это все, да, но просто немножечко нужно об этом помнить. Вот, и такие убрать сладкие фрукты, убрать сахара. Есть, конечно, заменители стевия, она сладкая, есть сахарозаменители определенные, вот, ну, люди очень быстро отказываются от этих сладостей. Главное посчитать, знаете, какие каши, там, гречневая, овсянка, вот эти крупы, перло, да, которые медленные углеводы, да, которые медленно всасываются, не дают такого быстрого подъема. Вот. Ну, там мясо, белки, жиры, кстати, пища должна быть. Не надо обезжиренную пищу, а молоко, кефир. Брать нормально, потому что все, что там убирают жир, там заменяют теми же углеводами. Нормальные там 5-9% вот этот творог, если это не на базаре, а в магазине. Все это, в принципе, можно. Суп, там немного картошки, борщ, это все нормально. То есть абсолютно полноценная жизнь, просто надо ее посчитать. И желательно сделать перерыв, вот диетологи очень много сейчас говорят об интервальном голодании, чтобы желательно 12-14 часов организм поголодал. Тогда инсулин на низком уровне, все физиологично. Вот, потому что если вот некоторые говорят 5-6 раз питаться, потому что раз выброс инсулина, инсулин все время на высоком уровне, еще больше хочется есть, и трудно с этим справиться. Вот, ну. Знаєте, ще маю запитання про те, що взагалі, от коли йде цей процес лікування, коли люди вже з цим живуть, зіштовхуються з проблемою, де взяти саме інсулін. Чи є можливість його отримати безкоштовно, де і як? Да, конечно. Конечно, у нас тоже это медико-социальная программа, государственная программа. И вот я сейчас, кстати, скажу, что есть у нас такая международная диабетическая ассоциация Украины, возглавляет Людмила Ивановна Петренко. И, кстати, вот, чтобы я не забыла сказать, есть журнал «Диабетик», где все прописано от А до Я, и диета, и что такое диабет, и какие осложнения, и первый, и второй. Врачи, там есть редакционная коллегия, очень много полезных статей. И даже я индекс запомнила, 03625 подписаться элементарно. Она меня очень, да, уполномочила. Да, журнал ничего не стоит, но вы знаете, там столько интересной полезной информации, до диет, до всего. И, кстати, то, о чем вы говорите. И вот эта Международная диабетическая ассоциация, они, если инсулину 100 лет, уже почти в следующем году им будет 30 лет, 29 лет. Они все время контролируют вот это медико-социальные приказы, указы, все. И они же инициировали вот реимбурсацию. То есть инсулины детям до 18 лет все бесплатно. Государственная программа. Инсулин дается бесплатно. Оформляются, когда впервые выявлен диабет, правильно документы. И от 0 до 18 лет полностью получают инсулин, средства самоконтроля, глюкометр, полосочки. Все. И даже наш КМДА, отдел здравоохранения, помпы инсулиновые детям покупают, закупают. Это насосики, которые сами вводят инсулин. Как запрограммируешь, и они так потихонечку вводят. Да. Даже, то ли ты десь тебе чепляй. Да, плечо, под лопатку, на живот. И есть там катетер, который поступает потихонечку инсулин. Ну и разновидностей помп сейчас огромное количество. И даже они уже молодым людям до 20 лет уже тоже было какое-то. Потому что молодежь, студенты, как-то хочется вот эту группу закрывать. И есть программа реимбурсации. То есть реимбурсация – это вот тоже получение любые там инсулины и прочее. Но здесь ответственность не только медико-социальных программ, медицины и государства,
государства, а здесь ответственности самого человека. Вот, похоже, сахар крови держать до 7, да, ну вот, чтобы ты нормализовал. То есть ты должен соблюдать диету физически, не поправляться, то есть хотя бы контролируй свой сахар крови. Раз в 3 месяца проверяют, делают средний сахар крови, какой гликированный гемоглобин, и если он у тебя 7 и ниже, то есть полностью получают бесплатно. Есть программа, если у тебя все-таки ты не соблюдаешь, то ты тогда доплачиваешь. То есть небольшую часть ты доплачиваешь, не полностью бесплатные инсулины. Ну, естественно, то, что врач выписал, какие инсулины, их много разных, сейчас тоже высокие технологии, инсулин практически сейчас есть максимально приближен к физиологии, то есть считай, что свой организм вырабатывает инсулин, или это все-таки вводится, причем в инъекциях. Но инъекция, я вам тоже по ходу скажу, это сейчас такие шприц-ручки, карандашики, на барабанчике набрал, сделал, использовал ручку, выкинул, все. То есть настолько удобно, иголочки меняешь, это не те шприцы стеклянные, которые в контейнерах нужно было кипятить и прочее. Вот есть вот эта программа реимбурсации, это все работает через Хелси, Семейник, все это четко идет. И есть программа «Доступные лики». Ну, доступные лики – это семейные врачи, очень хорошо, инсулин на эндокринолога, а доступные лики – это уже выписывает семейный врач, перечень для второго типа таблеточек, которые доступны лики в специальных социальных аптеках получают, ну, практически доступны лики бесплатно. Знаете, что это есть. И вот Международная диабетическая ассоциация Украины, Людмила Ивановна, это ее как бы жизнь и ее жизненное кредо, и вот они четко контролируют, чтобы это было, чтобы программа соблюдалась, чтобы ничего не забрали. И как только что-то, какие-то что-то там, может быть, взять, сэкономить на этом или что-то, значит, Диабетическая ассоциация сразу везде пишет. Вот сегодня тоже она должна была прийти на эфир, не смогла, потому что сегодня пресс-конференция с государственными властями и прочее. И вот она сегодня все держит, ассоциация под своим контролем в лице Петренко Людмилы Ивановны. Ви знаєте, пані Ларисо, ми вам неймовірно вдячні, що ви прийшли. Ось перед тим же, як ми будемо всі знати про цей день, ми вже проінформовані, готові. Класно, що є якраз системи, які допомагають таким людям. Ми сподіваємося, що взагалі будемо більш уважнішим до свого здоров'я. Можливо, навіть будемо попереджати цей момент, щоб потім не хворіти. Дуже добре було би. І так, котики, дякуємо вам, що ви переглянули це відео. Надіюся, що воно було для вас інформативним. Не забудьте поставити ось таку вподобайку, написати коментар і поширити це між своїми друзями. Так, і ми вкотре обіцяємо вам, що контент, який ми створюємо, робимо від душі і намагатимемося і далі вас здивувати. Тому будьте нашими друзями і не впускайте якісний контент.